the day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Приветствую всех на канале. Сегодня мы собрали вот такой радиоконструктор. Это у нас свечка. Значит, суть данного радиоконструкции заключается в том, что свечка, то есть в данном случае, выполняет светодиод красный, да. Можно, свечку можно потушить, подув на микрофон. Вот. Но не совсем так. Почему? Потому что есть еще один прибор. Это инфракрасный датчик, да, который принимает сигнал инфракрасный и не дает так легко потушить свечку. Вот, давайте продемонстрируем работу данной платы. Кстати, вот этот потенциометр регулирует чувствительность. Включаю, подаю напряжение. Сейчас подам. Да. Напряжение питания 5 вольт. Ну, это обычный USB питание. Так, вот я подал. Где-то контакт. Вот, заработал. Свеча работает, и теперь мы должны потушить ее. Потуть на свечу. Ничего не получается. Почему? Потому что мешает вот этот датчик. Если я его закрою, сейчас мы закрываем, свечка тушится. Но если я отпускаю, свечка опять работает, загорается. Вот. И чувствительность, в принципе, тут не сильно-то помогает. Например, не работает, потушилось. Так, можно, конечно, регулировать тут до такой степени, что, в принципе, можно потушить и как бы с минимальным усилием. Вот, потушил, видите? Значит, регулировка тут должна быть так поставлена, чтобы вот. Сейчас уже не получается без этого. Вот так. То есть подрегулировать. Ну, на первый взгляд, ерунда какая-то полная. Но вот, посмотрите, раньше я вот такую свечку делал, самодельную, самопальную, да. В чем она заключалась? Хотел, ну, как бы, особенно женщины любят такие вещи, вот, электронная свечка, да, сделать. Это просто такой светодиод есть полноцветный, он меняет, никакой схемы там нету, просто подключается к питанию. 3 вольта, и он работает как бы сами. Вот этот, такой же светодиод мы поставим сюда. Эту схему мы запихаем внутрь. 5 вольт мы подадим. Вот с помощью вот такой есть держатель можно сделать. Вот, подаем, значит, выключатель. Делаем одно отверстие под микрофон, а второе отверстие под вот этот датчик. Это будет скрытная часть. Значит, Новый год приближается,
Люди подвыпили, и тут предлагаете игру. Кто потушит, у кого сила духа достаточно, чтобы потушить электронную свечу. Ну и демонстрируйте, что она тушится, да, подув, закрыв тайное отверстие этого светодатчика, вот, прикрыв. Вот я прикрываю, дуете, и он погасает, да. Вот. И предлагайте другим, значит, кто сможет потушить, значит, получит приз. Ну и, естественно, все пытаются, ничего не получается. А вы подходите, закрываете, прикрываете тайное место, свечка потушена. Такую прикольную игрушку, думаю, сделать. Да, если время будет, сделаю, наверное. Плата, в принципе, помещается. Это крышка от какого-то средства. Пластиковая, не стал. Единственное, что не термоклеем надо это обливать, а настоящей свечкой покапать хорошенько, и тогда она будет идеально похожа на свечку. Вот. Так что все. Вот такая идея у меня есть. Такой плат-конструктор продается, она недорого стоит. В принципе, можно, конечно, сами спаять, если есть такая микросхема 4013. Так? Вот. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока!